выглядит как трамвай. Сейчас пик. Меня зовут Полина, я один из организаторов фестиваля «За текст» и программный директор Центра современной драматургии. Так как у нас здесь есть не только участники фестиваля, которые уже все про все знают, но есть и зрители, я хочу немножко рассказать, что у нас сейчас происходит и произойдет. Мы начинаем нашу ОФ-программу. Она начинается эскизом режиссера Владимира Зуева по пьесе Юлии Пупикиной. Очень интересный синтез одного из самых известных представителей Уральской школы драматургов и Юлии Пупикиной, как московского драматурга, который переехал в Люксембург. Этот фестиваль, если обращаюсь непосредственно к зрителям, он был порожден и создан на базе театра «Галерки». Собственно, там и происходят все главные события, все мастер-классы, открытия и закрытия. Вот. А Центр современной драматургии выступает в качестве партнера, ну, собственно, потому что не нам поддерживать современную драматургию. Все безумно логично. Кроме того, я хочу, чтобы вы после этого эскиза, у нас потом еще будет обсуждение для желающих, обратили внимание в том числе и на наш репертуар, который висит, посмотрели на те спектакли, которые готовятся. Там в том числе есть спектакли по пьесам современных драматургов, в том числе по пьесам тех драматургов, которые участвовали на прошлом «За тексте». Ну и, собственно, приятного вам просмотра.